Слава Иисусу Христу во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, приветствуем вас в нашей общине Божьего милосердия. Я с вами, отец Якуб. 3 часа дня начинаем нашу молитву «Венчик Божьему милосердию» святой Розарий в этот четверг, уже 3-й недели Пасхи. Слова святой сестры Фаустины, 607 в дневнике. «Среди величайших трудностей и препятствий я не теряю внутреннего покоя и внешнего равновесия, и это приводит противников в отчаяние. Терпение и трудности дают силу душе». Как всем нам нужно вот именно этот дар – не терять внутреннего покоя и внешнего равновесия, когда приходят трудности, а тут величайшие трудности, величайшие препятствия, а внутри покой, равновесие. Значит, какие-то эмоциональные также контроль над тем, что мы говорим, как реагируем. Именно и это приводит всех противников в отчаяние. Покой, равновесие. Иначе к этому не доходится, через терпение в трудности. Именно эти терпения, именно эти трудности, именно это препятствие, когда с ними сражаемся, они вырабатывают в нас этот внутренний покой и равновесие. И тут надо добавить, это не чисто человеческая какая-то характеристика. Но прежде всего, дар со стороны Бога, потому что, и я уверен, без Божьей помощи дойти до такого покоя и равновесия, которых встречаем и радости, и трудности с равными эмоциями, ну, практически невозможно. Давайте молиться о том, чтобы Господь этим даром наполнил и нашу жизнь. Господи Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя за дар Твоего святого присутствия в пресвятых дарах, за общину Божьего милосердия, за эту молитву, за это время, за каждого из братьев и сестер, кто молится вместе с нами или будет молиться, за всех тех, кто поручен нашей молитве и за которых мы должны молиться. Славим и благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас и поставил, чтобы мы шли и приносили плод, плод молитвы, плод трудов, плод противостояния. Славим и благодарим Тебя за то, что помогаешь нам достичь внутреннего мира и покоя в нашей жизни, несмотря на всякие разные трудности, помогаешь нам
преодолевать все это с Твоей помощью. Просим, Господи, наполняй нашу жизнь своей любовью, своим миром. Господи, приносим Тебя всех тех, кто, за кого мы должны молиться, и кто просил нас о молитве. Веряем Тебя, Господи, наших близких, родных, дорогих нашему сердцу, наших священников, монашествующих, всех, кто помогает нам на пути. Господи, через покровительство святых апостолов Петра и Павла просим о здоровье для Ангелины, Дины, Анны, Джульетты, Анны, Полины, Адели, Дины, Марин, Валентина, Антонины, Терезы, Марии, Елены, Светланы. Просим за мир во всем мире. Господи Иисусе, благодарим Тебя за благополучную операцию для Дари. Помоги, Господи, в восстановлении и выздоровлении. Господи, благодарим Тебя за отца Якуба, за общину Божьего милосердия, за все, что Ты делаешь и еще хочешь сделать через эту общину. Открой наши глаза, помоги нам понять, чего от нас хочешь. Просим о мире для всего мира. Господи, благослови Светлану в дорогу, в поездку в Сургут на юбилейный и праздник. Просим о мире в Украине, просим о обращении всех нас, об исцелении для Тарасюк Лены. Просим за нашу общину во всех наших интенциях, кто просит о молитве. За всех, кто болеет из нашей общины, просим за брата Алексея, здоровье для него, да, выздоровление из болезни. За Жанну Тадеушевну просим здоровья для нее всех. Просим за исцеление Тани, за укрепление здоровья после операции для Станиславы, а выздоровление для Теодоры, Марины, за маленькую Сашу, за Винтенти Сергея Петрович, здоровье для отца Петра, исцеление для Юлиана, здоровье для Светланы Рафальской и Виктория, скорейшего выздоровления для брата Алексея и за всех, кто молится с нами. За семью Лущик просим. Благодать и дарах Духа Святого для отца Якуба, Господи, благодарим милосердие Бога за его жизнь, за дар его верного служения. Господи, я лично благодарю Тебя за дар священства сегодня, 27-я годовщина, как Ты дал мне служить даром священства. Благодарю Тебя за епископа, который рукоположил меня. Дай ему здоровье. Также за всех собратьев, которых Ты тогда, в этот субботний день в 96-м году, вместе с отцом Владимиром Секом, да, мы приняли таинство рукоположения, Господи, за этот дар и все, что Ты делаешь и хочешь сделать через меня. Благодарю Тебя за всех людей, которые Ты поставил на моей жизни, которые участвуют в этом служении. Моих близких, родных и тех, которых Ты в последнее время дал мне, как великий дар, просим, Господи. Благодарю Тебя, укрепляй, но и то, что... И что Ты дал мне еще жить, и, видимо, чего Ты от меня еще хочешь. Просим Тебя, Господи, также за упокой Вадима, сегодня полгода... Божьей благодати пошли, Господи, отцу Якубу, Марку, Ярославу, Сергею, Денису, Коплей Святым Духом. Здоровья для отца Марк, отца Якуба, Марии, Сашеньки, Едвиги, Маме, Ани, для Ани, Юлиана, Светланы, Лены, Кристины, Виктории, для всех, кто нуждается в Твоем милосердии. Господи, просим за отца Дарьюша Бьявка, отца Алехандра, отца Петра Чинского, отца Максима Попова, за семью Софии, Нессы, благослови, Господи, даруем надежду в Твоем милосердии, укрепи их веру. Наши приходы веряем Тебе, Господи. Воздвижение Святого Креста, Рождества Божией Матери в Григоровке, Святого Иосифа в Рыбнице, Святой Троицы в Тирасполе, Святых Апостолов Петра и Павла в Петре, в селе Петропавловка, Пресвятой Девы Марии Матери Доброго Совета в Кишиневе. Просим за отца Януша и за отца Збигнева. Господи, просим, помогай Ирине, Тиба, Алене, Каминной. Пошли своих ангелов, пусть их берегут. Просим, Господи, всех, кто молится 24 часа, кто содействует развитию нашей общины, со всех братьев и сестрах и семьях.
Твоему милосердию поручаем все наши молитвы, наши просьбы, уповаем на Тебя. Господи, благодарим Тебе за каждое священческое призвание. Дай нам верными быть Твоему слову. Благодарим Тебя за всех, кто помогает нам, кто идет вместе с нами. Дай нам открывать Твою волю, радоваться Твоим призваниям. Просим также за всех наших сотрудников, тех, кто активно участвует в распространении благой вести, отделу милосердия. Просим за братьев Алексея, Романа, Артема, Александра, Збигнева. Просим за Марию Кунину, Марину Петровну, Татьяну Петровну, решение всех сложных вопросов. Просим за Марину Вячеславовну, о здоровье Сергея. Просим за Егора, за Сергея. Просим за Аню, дари здоровье для нее, дари веры также. За сестер, так в эти дни сестры-служительницы Иисуса в Евхаристии отмечают свой юбилей, столетия своего основания, своей конгрегации. Просим за сестер, служат в различных местах, в разных странах. И с нами молятся очень часто сестра Антонина. Просим за все сестры, которые болеют, которые просили нас о молитве. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должника. Не введи нас во искушение, избав нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодать Господь с Тобою. Благословена Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа, Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, о воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру.
Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир, и святый Боже, святый крепкий, бессмертный. Помилуй нас и весь мир, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Кровь и вода, которая из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Блаженный отец Михаил Сапочко, молись о нас. Душу усопших верных по милосердию Божьему да упокоится в мире. Аминь. Господи, продолжим нашу молитву по ходатайству Пресвятой Богородицы. Просим за уцерковление Никиты, Вадима. Об обращении наших родных, близких, знакомых, Виктории, Евгения, Игоря. Просим, благодарим Тебя, Господи, за все, что Ты нам посылаешь, за весь мир. Дай всему миру живую веру, здоровье, терпение, мудрость. Боже, помоги, исцели больных, Ты сам знаешь, кого просим. Благодарим Тебя за служение всех наших священников, отца Якуба, помоги в служении нашем. Здоровья Божьей благодати просим для всех наших близких, родных. Здоровья для сестры Дели, Адели. Просим для Владислава, за Владислава и его семьи. Иисус, уповаем на Тебя. И во всех наших интенциях, тех, которые поручены нашим молитвам, просим. И будем читать святой Розарий. Тайны светлые. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. И оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословена Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благословен, будь с Тобою, благословен, женами, благословен Твоего, Иисус.
Мария, Матерь Божия, моли нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, моли за нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. И как обычно молимся, я читаю первую часть, каждый индивидуально вторую. И первая светлая тайна крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий мой Иисус. Прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая светлая тайна – брак в Кане Галилейской. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающей. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Третья светлая тайна – провозглашение Благой Вести о Царстве Небесном, призыв к покаянию. Помолимся за всех, кто принял таинство крещения на Пасху, кто приступил к таинству исповеди первый раз в жизни, может быть, и первому причастию, за всех, кто готовится к таинствам, и за всех, кто готовится к служению катехизатора. Просим за всех слушателей курсов катехизаторов и всех тех, кто служит как катехизатора. Священники, монашествующие, миряне. Просим также за всех, кто отдалился от Бога. Может быть, среди наших близких. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога нас, к Тебе прибегающим. О Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая светлая тайна. Преображение Господне просим за всех умирающих, а также о благодати доброй смерти для каждого из нас. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и в веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающим. О Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Пятая светлая тайна установления Евхаристии, тайная вечеря. Просим за всех усопших, за всех погибших в различных конфликтах, стихийных бедствиях. Просим за усопших из наших семей, прихожан, священнослужителей, монашествующих. Просим также за усопших бездомных, одиноких и все души в чистилище. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен чрево твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающему, Иисус. Прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. И помолимся в намерениях Папы Франциска и за всю Церковь Святую. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презри молений наших в скорбях наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная и Благословена, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. К Тебе, Святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на Твое могущественное покровительство. Ради Твоей любви к младенцу Иисусу, Пресвятой Богородице, молим Тебя, милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой Своей крови. И помоги нам, о могущественный покровитель, в нуждах наших, мудрый хранитель святого семейства. Защити избранный народ Христов, любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей и заблуждений и поражений в борьбе, которую мы ведем против сил тьмы. И подобно тому, как некогда Ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь сохрани Святую Церковь от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым из нас Свой надежный покров, чтобы по Твоему примеру и с Твоей помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, всем вам большое спасибо за совместную молитву. Всех приглашаю на вечернюю службу в 6 часов, святая месса. У нас завтра пятница, молимся, как обычно, в 3 часа дня читаем венчики, розарий, а в 6 часов у нас месса. Продолжается наша молитва в общине 24 часа. Просим о мире и примирении между народами и во всех интенциях, порученных нашим молитвам. Эту тайну пресвятую славим в поклонении. Древнее установление новым упраздняется. Наша вера восполняет чувство недоступное. И родитель, и рожденный вышних возвеличатся. Им держава чести слава. И благословение, исходящее от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий, помолимся. Боже, пасхальная тайна Христа искупил все человечество, удостой нас, вкушающих плоды Твои,
милосердия, неустанно прославлять тайну нашего спасения и сподобиться участия в вечной трапезе Твоего Царства через Христа Господа нашего. Аминь. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum magnificat, magnificat, magnificat anima mea.